Снова здравствуйте. Пришла пора распаковать остальные посылки, кстати, относительно кроссовок. Вот единственное, что немножко не понравилось, как-то вот дома на плитке они немножко скрипят. Может быть, на улицу выйду изменится, но вот пока вот так могу сказать. В этом пакете сам не знаю, что находится. По какой-то причине номер написанный не пробивается абсолютно, поэтому открываю, не знаю, что это. Я понял, что это. Сейчас расскажу это вам. Значит, вот это яйцо, которое нужно положить в воду, и из него вылупится динозавр. Вот. Каким образом он вылупится? Ну, по идее, наполнится водой, и он, по-моему, из растущей резины будет расти. Для чего я это взял, я не знаю. Стоит каких-то копеек, просто было банально интересно. А здесь находится вертолет. Принцип действия у него какой? Да? Берем лопасти, собираем, берем шарик, надуваем шарик, соединяем с лопастями, отпускаем. И воздух, выдуваемый из этого шарика, будет раскручивать эти лопасти, и он будет лететь. Насколько интересно он будет лететь... Не знаю, стоит каких-то копеек. Вот. Можно попробовать. Давайте сейчас попробую все это дело собрать. Тут даже в комплекте я посмотрю два шарика. То есть, если вам просто нужны шарики, вполне можно, наверное, все это дело взять. Так, вы знаете, есть у меня некоторые проблемы с его сборкой. В точности, вот смотрите, у меня, видите, перестала вот эта лопасть держаться. Я боюсь, она, когда я буду запускать, отвалится. Давайте сделаем следующим образом. Я отложу его в сторону. Если у меня все это дело получится собрать, он еще гудеть должен, судя по всему. Вот так вот он должен гудеть, лететь и радовать детишек. Я его соберу. Если он будет запускаемый, то ну, я, наверное, сниму на это отдельное видео. Значит, здесь находится... Кстати, очень быстро до меня долетело. Буквально 10 дней. И она у меня в Москве. На моей почте. Это очень быстро. Самое интересное, что трек полностью... отслеживался, несмотря на то, что этот предмет стоит, если не ошибаюсь, 110 рублей. Что это такое? Это заглушка вместо ремня безопасности. Ее используют на сервисе, ну, чтобы все это дело не пищало. Ее вставляют вместо ремня и садятся, передвигаются на машине, машина не пищит, все хорошо, думая, что вы пристегнуты ремнем безопасности. Она строго-настрого не рекомендуется вместо ремня, да, во время движения. Вот. Ну, некоторые люди, пренебрегая этим, покупают такого рода заглушки, вставляют, чтобы вот прошел писк и не пристегиваются. Сделана она из что-то достаточно плотное, выглядит симпатично. Здесь вот прям даже написано. В общем, нельзя использовать. Непонятно, в какой момент нельзя использовать. Не совсем помню я английский язык. Ну да и ладно. Вот. Ее качество. Вот тут надпись. Надпись видно, нет. Эх, не видно надпись. Не сможете вы даже нажать на паузу, попробуйте ее прочесть. По какой-то причине ее не видно. Ну, не суть. Вот такая вот заглушка. Вместо ремня безопасности выглядит симпатично, стоит недорого. Еще раз, да, не используйте ее вместо ремней безопасности. Значит, здесь у нас находятся автоаксессуары, здесь у нас находится. Вот, давайте откроем вот этот пакетик. Вот, знаете, я вот боюсь попортить то, что находится внутри. С вами вот так вот сделать. Оп-оп-оп.
Потрясли пакет, вроде, наверное, не попортится. Взяли ножницы и открыли. 100 с небольшим, если не ошибаюсь, рублей это стоит. Шло до меня приблизительно 14 дней. А внутри находится вот такой вот коврик для мышки. Оптический, наверное. Кстати, где-то у меня мышка запропастилась. У меня должна была давным-давно прийти мышка. Что-то вот она все никак не придет. Коврик стандартного размера был сложен в 4 раза. Не знаю, выпрямится он или нет. С этой стороны у нас прорезиненное покрытие, которое не будет давать возможности ему бегать по гладкому столу. С этой стороны, ну, какая-то такая вот матерчатая штуковина. Вполне симпатичный рисунок. Стоит 100 с небольшим рублей. Ну, почему бы нет, да? Позже посмотрю, смогу вам сказать, насколько она хороша в деле. Вот здесь вот находятся какие-то непонятные автоаксессуары. По непонятной причине я не могу понять, что внутри. Но некоторые догадки у меня есть. Внутри находится лизун для очистки труднодоступных мест от пыли. Например, клавиатура, либо что-то еще. Давайте попробуем понять принцип его действия. Значит, zip-пакетик у нас. Открываем. Открываем. Вынимаем лизуна. Что-то там надо его греть, он становится мягким. Либо наоборот, надо в холод. Вот. Я же подразумевал, что он, наверное, здесь и будет. Надо было поточнее посмотреть, как он пользовался. Но, потому что китайский язык, он очень сложен. То есть прочесть, что написано, на упаковке у меня явно не получится. Там масенький какой-то кусочек где-то остался, не хочет вылезать. Ну да и ладно. В руке находится вот такой вот лизунчик. Приятный достаточно он на ощупь. Давайте. Думал то, что, скорее всего, это он внутри есть. Скажу честно. Кстати, вот что интересно. Вот открываем мой ноутбук. Вот я в него поставил SSD. Он полностью выключен. Мы нажимаем на кнопку включения. И он включился. Мгновенно он включается. Мгновенно все загружается. Лизун стал, по-моему, помягче. Давайте попробуем посмотреть, что он... Что с ним будет происходить? Происходит с ним пока какая-то ерунда. Надо его еще немножечко погреть в руке. Мы его грели. Ну, надеюсь, достаточно нагрели. Мы кладем его на клавиатуру. И вот. Странно он себя как-то немножко ведет. Ну, вот вроде вот жжется такой становится. Давайте посмотрим, что происходит. Ну, вот кнопочки точно на нем отражаются. Но между кнопочек частота. Я на самом деле знаю, почему между кнопочек частота. Потому что у меня меняли окна. И после замены окон моя любимая супруга очень хорошо все убрала. И вот, видимо, ноутбук тоже чистился. Да, ну, сам принцип понятен. Мы его, судя по всему, греем в руке, после чего кладем на место, которое труднодоступное. Он по этому месту растекается и к себе притягивает пыль. Судя по всему, эта пыль в нем так и остается, и со временем, когда он становится грязным, его приходится выкидывать. Не знаю, насколько рабочая штука, в принципе, надо на чем-нибудь еще попробовать. Может быть, и вполне пригодится. Стоит каких-то разумных денег. Значит, ребят, видео понравилось, сделайте репост. Формат видео понравился, подпишитесь на новые видео. Какие-то вопросы появились, смело задавайте их путем оставления комментариев. Ну и продолжу я, наверное, в следующем видео открывать оставшиеся посылки. До скорой встречи!